В Хакасии нужно провести проверку бюджета за последние 5 лет. Соответствующее официальное обращение в адрес председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина направил глава республики Валентин Коновалов. В документе, в частности, указано, что новая правительственная команда, которая только формируется, столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров республиканского бюджета. К примеру, в октябре госдолг составлял более 20 миллиардов рублей. Это почти 70% от общего объема доходов. В связи с таким положением в республике введено казначейское сопровождение. В своем обращении Валентин Коновалов просит Счетную палату провести проверку в Хакасии в следующем году.